Здравствуйте, уважаемые коллеги, добрый день, наши уважаемые гости. Сегодняшняя наша встреча посвящена сохранению и приумножению традиционных народных видов спорта. В том числе мы сегодня поговорим о борьбе на поясах. В традиционных народных видах спорта, которые, я напомню, в данном случае, если мы говорим о борьбе на поясах, она проходит в состоянии фестивальном, то есть в рамках сабантуев. Это лучшая популяризация не только в этнических республиках, но и наглядность, зрелищность. Ну а для нас, для представителей, в данном случае, олимпийской борьбы, это расширение географии борьбы вообще, это селекционная база, и мы опять же связаны, это продолжение возможности для ребят, кто не попал в первые номера в олимпийских видах, опять вернуться к истокам, продолжить свою спортивную будущность и, соответственно, выступать лучшими пропагандистами, как еще на заре прошлого века писали, лучшими пропагандистами здорового образа жизни и правильных ценностей. Поэтому обращать должно, тем более то, что сделал, к сожалению, ныне покойный уже Рифат Кылбаянович Гайнанов, он унифицировал правила, объединил, убрал такие не самые принципиальные разногласия. И сегодня это очень смотрибельный, очень замечательный вид спорта. Прежде всего, я хотел бы пояснить, предвидя ваш естественный вопрос, почему интересы борцов на поясах на международной арене представляет женщина. Я супруга Рифат Кулча Гайнанова, к сожалению, как отметил Александр, уже покойного, который, собственно, и создал эту федерацию, благодаря чему сумел объединить достаточно древний вид спорта, который охватывает огромное количество регионов не только у нас, но и на всей нашей планете. Благодаря именно вот этим унифицированным правилам он сумел объединить достаточное количество людей, которые смогут каждый со своим национальным колоритом приехать и побороться по каким-то общим единым стандартам. Федерация наша относительно молодая по сравнению с самим видом спорта, который насчитывает тысячелетия, изродился действительно он на сабантуях, на народных праздниках урожая. Сейчас это огромное количество людей, которые занимаются видом спорта. Соревнования мы проводим на достаточно высоком уровне, география соревнований также широка. Практически на всех континентах уже, кроме, пожалуй, Америки и Австралии, провели свои чемпионаты. Это чемпионаты мира по молодежи и студентам, континентальные первенства. Соревнования проводятся по 7 весовым категориям среди мужчин, и, что приятно, 5 весовых категорий у нас представляют женщины. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что наша федерация включена в официальный состав участников универсиады, которая пройдет в Казани в 2013 году. Мы этим очень горды, и, пожалуй, на сегодняшний день это самое большое наше достижение, которое, возможно, явится ступенькой по продвижению нашего вида спорта к олимпийскому признанию. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, идет который в Бишкеке под патронажем президента Киргизстана. Правительство Киргизии оказывает нам всяческую поддержку, и мы надеемся провести его на достаточно высоком уровне. Вот, собственно, все. Ожидается прибытие примерно 40 стран. А могли бы как-нибудь персонифицировать эти страны? По каким континентам? Да, Азия будет или Европа? Ну, традиционно это наши все бывшие республики СНГ, нашего содружества. Из Азии у нас будут представители Монголии, Южного Китая, Индия примет участие, ну и, соответственно, там наши закавказские все республики, Турция, Афганистан, скандинавские страны представлены достаточно широко. А что касается вот других видов спорта, скажем, лапта или хапсагай, вы же тоже видели, как они проводятся, и что бы хотели сказать по этому поводу, стоит ли открывать кружки, стоит ли вкладывать в это деньги, и оставили экзотическим видом спорта, что называется? Вы знаете, я против определения экзотический вид спорта, потому что если им занимается, у нас страна же многонациональная, неимоверно, территория разбросана и не везде. Кто-то может шутить по поводу перетягивания палки, а на самом деле это не просто двигательная активность. Это ведь и
возможность узнать друг друга, лучше своих соседей узнать, в том числе через соревновательность. Поэтому это часть традиции, они не экзотические, их должно развивать, их нельзя закрывать, это не кружки. Это часть нашего самовосприятия в мире вообще. Потому что отказывая любому из народов в каком-то из его проявлений, мы завтра сами себя потеряем. Как огромная нация, как огромная страна на уже планетарном, на планетарной карте. Поэтому должно развивать, должно культивировать. И только когда мы предоставим максимально широкий диапазон для выбора, неважно, это олимпийский вид спорта, не олимпийский, традиционный или, как вы сказали, экзотический, тогда мы предоставим возможность каждому быть сильнее, лучше, совершеннее, если угодно.